Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о реконструкции МКАД и участи российского автоспорта. В 60-х годах прошлого века автомобилей в Москве начало становиться больше. Город прирастал районами, и появилась она – Московская кольцевая автомобильная дорога. Годы шли, автомобилей стало больше, чем было во всей стране. Выросла и трасса, а заодно вокруг нее выросли многочисленные торговые центры и прочие садоводы. И вот тут начались проблемы. Построив свои объекты, владельцы напрочь забыли обустроить к ним подъезды. Как умеете, так и заезжайте. Ладно, хорошо. Мы будем пытаться заехать за китайскими простынками со всех рядов МКАД сразу. Не то чтобы мы плохо воспитаны, просто другого способа вроде как нет. Многокилометровые пробки из-за того же садовода стали московской легендой. И тут проснулась мэрия, не прошло и 15 лет. Власти решили затеять на кольцевой масштабную реконструкцию. Опять к слову. Помимо ликвидации садистских клеверных развязок, будет реконструировано и вообще закрыто 25 развязок, где выезд под прямым углом. Переводя на простой язык, владельцы объектов с неправильными выездами будут должны инвестировать в исправление ошибок, или их объекты перегородят бетонными блоками. Необходимость таких мер назрела давно. Мучения простых людей, тем не менее, власти наблюдали долго и с интересом. Кстати, коль пошло такое дело, нам стоит ждать еще и больших пробок. Ведь реконструкция МКАД всегда приводит к коллапсу. Так уж заведено. Автоспорт в России находится в зачаточном состоянии с момента его появления. Даже несмотря на то, что у нас есть Гран-при Формулы-1. Трасс нет, школ автоспорта для молодежи катастрофически мало. Да и стоит все это приличных денег. Нет, у нас даже есть кузовной чемпионат и какие-то формулы. Но зрительский интерес к ним минимален. Приходят в основном друзья. Ситуацию могло исправить участие наших команд в международных гонках. Но и тут все не слава богу. «Лада» прекращает участие в международном чемпионате по кольцевым гонкам WTCC. Дорого, хлопотно, да и зрительский интерес опять же. Ладно, будем смотреть футбол. Хотя кому я вру? Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».